Сегодня 169 урок довоенной подготовки. Я буду работать сегодня на здании, а Ратмир в лесу. Поэтому я свои навыки, свою школу покажу на здании, Ратмир в лесу. Один номер всегда здесь держит. Он готов, если что, прострелен. Понятно, что они могут оттуда автомат вот так еще взять. Второй номер, всегда готов граната. Чтобы начать какое-то туда движение, туда надо бросить не одну, а именно хотя бы две гранаты и желательно сразу друг за другом. Когда происходит взрыв, они чуть-чуть на 2-3 секунды ведь отходят, вы в этот момент должны уже с прострелом идти. Прежде чем дальше сейчас идти, мы отработаем сейчас по 3-4 раза только эту ситуацию. Недавно посмотрел боевик, это помнишь, снял Мурман Памбетов с Анджелиной Джоли. Они вот так стреляли. Помнишь, и пуля такая летит, и вот так. Вот тут такая же хрень. Вы должны вот таким образом бросить. Веером. Да. То есть вот именно заброс туда взяли и навесом туда. Есть вариант, что оно может сюда упасть. Если эта ситуация сейчас сюда падает, все тройки находятся там. Вы быстро разбегаетесь. Это имеет место быть. Приготовились, держим. Руслан, слишком опасно. Вот так. Пошла. Ага. Хорошо, сразу, вторая. Ваша граната упала там, видели? Подобрали. Все, ушли, ага, все, уходим. Ребят, очень маленькая частота. Побыстрее вам надо бросать. Давай, Света, куда надо бросать? Так. Опа, хорошо. Все, смена. Мы зашли, ты стоишь здесь. Вот так? Не-не-не, ну туда один. Вот там зачистил, он смотрит туда. Как только начинается группа сближения, ты подходишь по этой стене и смотришь, чтобы там никто не забросил. Володя подходит, начинает чистить один. Второй, третий номер на готовности. Смотри, если понимаешь, видишь, что он уже подходит, ты уже можешь встать и снять. Вот эти два человека отрабатывают также с гранатами. Когда происходит два заброса гранаты, вот эти, сразу второй бросила. Идешь с прострелом. Второй номер сразу добавляется сюда идет. Давай. Второй номер добавляется сюда. Рома держит вон тот сектор. Вон туда смотри. Вот оттуда человек может выглянуть. Ты начинаешь вверх-вниз. Это все идет с прострелом всегда. Света тоже поднимается, и вы вдвоем начинаете, смотри. Получается, вот он держит туда, ты осталась здесь, смотришь четко прямо, а ты начинаешь спещаться сюда. Ты уже ближе здесь, поэтому Рому мы можем снять. И вот тут вот ситуация, конечно, капец какая сложная, когда надо двигаться туда. Второго номера подзываешь, вот Илью, допустим, подзываешь, бросай туда гранату. Вот туда брось. Вот подошел к стене и вот туда забросил гранату. Вот, да. Володя смотрит туда. И вот вы начинаете вдвоем идти. Смысл в чем? Что ты держишь этот фланг, а ты смотришь прямо. Есть. Тут самое главное сейчас зайти в это помещение, там закрепиться, и чтобы потом начать все прочищать. Спиной к спине, значит? Да, естественно. Стоп, вернулся. Все, заходим туда. Здесь закрепляем. Давайте сейчас пока отработаем только вот этот момент. Сейчас гранаты бросаем, нормально? Отлично, Света, только сразу вторую. И Володя сразу пошел. Граната. Стоп, все, вернулись. Все, Володя, пошел сразу. Бам. Давай, прострел. Док закрепляется на углу, чтобы видеть тот. Володя. Бам. Смотри, это не прям красный свет. Красный. Давай. Рома, я уже держу, на помощь иди. Стоп, гранату сначала туда, да, гранату. Бросил. Все, вспоминаем правый. Все, дверь. И начинаем идти. Дверь. Да. Все, ты начинаешь смотреть. Да, все, смотришь. Давай. Давай. И заходим. Ты на спине. Давай. Сразу вторая. Руслан, пошел с прострелом. Бас, прострелом, раз. Пошел, да. Захар закрепляется, угол держит. Вот видишь, это самый опасный момент. Да, ты закрепляешься, вон, смотришь прямо, чуть-чуть присел можно. Смотри, ты сейчас смотришь как бы туда и туда. Подзывай человека. Инженер, иди сюда. Тут кого-то такой еще, вон туда, брось гранату. Бросай. Все, вы держите свои сектора.
И заходим спина к спине. Пошла, 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 пошла. Вот, 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 вот. Все, ушли! Мы готовы, граната. Вы как так втроем идете все здесь? Вас вот так вот очередь возьмут и троих дальше сквозь. Вы что делаете? Встали обратно? Нет, стоим здесь! Здесь стоим! Вот ты пошел, гранату бросил! Начинаешь идти дальше, прострел. Инженер идет сюда. Правильно? Дальше, дальше, дальше. Руслан, на готов стоит, да? Ствол поменяй сразу, Руслан. А, нет, ты правильно делаешь. Первый, свой еще дай. Заходи, 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 заходи. Держу. Бам-бам. Свет, подходи, подходи, надо окно забирать. Окно. Окно зашли. Молодец, молодец. Противник здесь. Мама, молодец, стреляй, хорошо. Идем. Сразу стреляй. Все, пошел, Руслан, пошел, пошел. Замерли. Доктор, вот у тебя очень неправильно. У тебя опасная ситуация, ты контролируешь. Ты опускаешь ствол и бросаешь гранату. Это неправильно. Он должен, по идее, он подзавать и бросить. Граната! Ребят, старайтесь все равно шепотом говорить. Шепотом. Отрабатываем все равно. Хорошо, раз. Вторая. Отлично, пошел, Руслан. Снял тебя, да? Да, меня снял. Видишь? Вон он, мальчик плохой, террорист. Бам-бам. Стоит, работает. А это сюрприз был. Бам-бам-бам. Все, Ром, тебя застрели. На, бежим. Работаем, не опускай стволы. Пока. Держишь вон тот угол. Побыстрее, побыстрее. Да-да-да-да-да. Готов. Держи. Готов. Держи, Стой. Куда ты побежал? Туда надо идти двумя номерами. У тебя столько всего. Встань обратно здесь. Эй, прям туда. Куда я? Прямо? Давай, давай. Все, пошли сразу, пошли. Спина к спине. Руслан... Готов, да-да-да-да, нога, вижу. Дубись, ложись, да-да-да. Давай, давай. Сто. Заходи, 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 заходи. Заходи. Так, это у нас чистая импровизация, чтобы один держит, другой идет. Понятно, что здесь без зачистки. Третий номер. Вот сюда, Рома, вот сюда. Вот сюда. Ага. Следующего вызывай вот сюда. Следующий на другой угол побежал. Вот на тот угол, на тот угол. Последнего подзывай, Володя, вперед. Да. А, давай, давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Света, вперед, вперед беги. Вперед. Вот сюда. Давай, 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 давай. Встала здесь. Ага, все, отвезли. Следующий. Вон, вон на тут, на левый угол нужен. Да, или здесь стал, какая разница? Да, давай, 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 Ромыч, налево сразу иди. Доктор, давай, 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 побыстрее, побыстрее. Держу! Ну, давай, 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 вот сюда, вот сюда, вот сюда. Давай, 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 Света, вон туда куда-нибудь. Лев, вон тоже на тот вход, вдвоем встаньте. Иду! Ага, все, а ты уже туда. Стоп, 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 стоп. Рома, проходи дальше. И прям лестницу, пошли, иду. Пошли. Все, давай, 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 дальше. Один бежит, один бежит. Ай, налево держишь. Следующий сразу. Следующий, следующий. На лестничную площадку вниз. На лестничную площадку вниз, посередине. Следующий бежал. Не спускайте всех. И тут еще, конечно, немаловажный момент, естественно, быть в темпе. И если, допустим, я вижу, что там выходит там не один человек, против которого я вот в данный момент тебя прикрываю, а, допустим, там еще и пулеметчик, я тебя туда, естественно, не буду говорить «пошел», потому что тебя просто снимут на перебежке, а потом и меня. Поэтому команду «держу», «пошел» даю я, и вот ты добегаешь до ближайшего укрытия. Что делаю я в этот момент? Держу. Держу, пошел!
Да, и вот когда ты уже оценил ситуацию, что ты держишь, ты мне говоришь, пошел. И вот тут уже я пошел, понимаете? Даже если я не попаду ни в кого, у человека будет срабатывать просто инстинкт самосохранения. Максимум, что он сможет сделать, из непонятного, где он там может быть. Вот он же тоже не все время вышел на открытое и будет стоять. Он где-то спрятался, где-то он сидя пострелял, где-то он лежа пострелял, где-то он просто вот так пострелял. Но прицельно уже не будет. Он не будет, да. То есть я даю вот этим маневрам возможность ему спокойно перебежать, занять для нас какую-то более выгодную ситуацию. И тут самое главное в этих во всех перебежках не делать нашу с вами любимую ошибку. То есть вот он перебежал сюда, а я бегу не куда-то расширять наш фронт, да? А я бегу в его сторону. По идее, я должен бежать либо ровно, если есть укрытие. Если укрытия нет, скорее всего, я побегу к этому дереву. Он меня видит? Видит. Я его вижу. Мы с ними можем какими-то визуальными там. А если у нас будет работать вся группа, мы охватываем противника более широким фронтом и имеем возможность для каких-то тактических маневров. Ты разбегаешься в эту сторону, ты в эту. По чуть-чуть. Пару шагов давайте. Пару шагов сделали? Сели. Следующий двойка. Пару шагов сделали? Разбегаешься. Можно сюда сразу дерево, хорошо. Мелкими-мелкими перебежками. Мелкими сели. Вот, и потихонечку. Как только первая группа добежала, все, дальше начинаем подсадки. Хорошо, дальше пробежки. Сили. Хорошо, все, подтягиваемся. Хорошо. Теперь буквально начинаем с левого фланга. У нас поступили команда о том, что информация о том, что у нас противник начинает обходить лево, с нашего левого фланга. Соответственно, у нас получается открытый этот фланг. Ты смотришь. Мы начинаем. Рост. Делай перемещение вот сюда, на центр. Да. Круговая, что ли? И вот у нас, да, доктор, чуть-чуть назад оттяни, чуть-чуть буквально на несколько метров. Ну, вот, допустим, вот сюда, да. И вот у нас в таком макаре, но только на еще больше большой дистанции, более длинной, получилась с вами круговая оборона. Ты теперь пошел до этого дерева. Хорошо. Вот ты до этого дерева. Хорошо, Никита, до следующего дерева. Хорошо, мы пока держим этот план. До следующего дерева давай. До мелкого вот этого. Пару шагов и сел. Сразу. Держу, пошел, команда. Следующий пошел. Команда. Команда. Произошла, но ничего страшного. А вот если я начну даже вот так вот, то есть у меня здесь открыто вообще все. Понимаете? То есть в любом состоянии, почему вот так изгибаемся? Потому что, опять же, бронелист у нас находится, то есть к дулу автомата впрямую. Вот эти моменты тоже надо помнить. Но эти моменты очень хорошо поработаем, когда кто был на дополнительных, знает, что так. Когда поработали, когда локти, колени вылезали, потом на тренировках уже намного... Выберите себе укрытие. Это не значит, что они все должны быть в идеальную линейку. Я еще раз повторю. Хорошо? Чертев, твоя задача будет добежать вон до того дерева. И будешь держать фланг на что? Свой. Ты добегаешь вон до того дерева, фланг будешь наш держать. К зданию подходим сейчас быстрым темпом, а там уже потихонечку медленно начинаем работать.
быстрее! Я уже здесь давно. Ратмир, давно контроль. Я через твои стены снял. Красный! Держу! Бам-б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 ам! Левый! Бегом-бегом, прикладывай, Шур! Та-та-та-та-та! Бам-бам! Так, общая команда, кругом разрядить оружие. Левой рукой все делаем, а не правой. Говорил, собираемся возле вот этой глухой стены. Нет, там на подходе опять началась паника. То есть просачиваемся через вот эти кусты прям к этой глухой стене. Ладно. А так хорошо. Следующая тренировка в четверг. Все. Так, спасибо. Спасибо. Ah!